Введен пятый класс пожарной опасности. Костры разводить запрещено. Большая просьба ко всем отдыхающим рыбакам. Отдохнули. Мусор увезите, пожалуйста, с собой. Соблюдение правил пожарной безопасности в каменских лесах теперь контролируется из воды. Это нововведение 2023 года. Инспекторы лесного хозяйства вместе с сотрудниками департамента по предупреждению ЧС ведут патрулирование по новому пути. Так удобнее наблюдать за участками, куда пешком трудно или невозможно добраться. Есть такие места, что мы не можем, к примеру, подъехать или подойти, а с воды мы можем свободно подойти. Если есть нарушение, как бы пресечь. Если нет нарушения, провести беседу с отдыхающими гражданами, пояснить, что им нужно делать, как себя вести, дать, естественно, листовку с правилами поведения. Август – время у нас самое жаркое. Воздух прогревается до 40 градусов, а это уже пятый высший класс пожароопасности. Плюс сильные ветра суховеи, и при малейшем возгорании раздувается сильный пожар. Для постоянного контроля над ситуацией на участке леса наведены видеокамеры. Масштабы Гослесфонда большие. Это все находится не на одном массиве. Массивы раскинуты, хвойных насаждений. Две камеры на наше каменское ГАО высокого качества. И благодаря одной из них в 3 августа было зафиксировано дым на Гослесфонде. Мы быстро среагировали, и в результате площадь возгорания получилась небольшая, всего лишь 0,0125 га. Однако через камеры можно принять за дым пыль от проезжающей машины, плюс угол обзора ограничен, поэтому разглядеть очаги возгорания и задымления пока что лучше получается у человека на месте. 11, ответьте Нижнеговейному. 11, слышу. В настоящее время задымление не наблюдается. 11, приняла. Такое наблюдение ведется с высот, дежурят весь световой день. Заметив дым, нужно сразу сообщить диспетчеру об опасности, а также цвет дыма и направление ветра. При малейших видах задымления немедленно реагировать, направлять самые быстроходные машины туда, чтобы вовремя определить характер возгорания. Даже если что-то случилось, немедленно его потушить. Вот, не дать распространяться огню по территории и тем более переход в лесной фонд. Наземное патрулирование здесь, в Каменском районе, ведется ежедневно по 8 маршрутам. Лесохранители стараются охватить всю территорию, а при встрече с людьми в лесу проводят профилактические беседы. Алина Цыганкова, Николай Кубышкин, Первый Ростовский.